Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну, а я для себя сегодня выбираю легкую летящую тунику. Это целый комплект. Это две вещи по одной цене в вашем гардеробе. Прямо сейчас набирайте телефон, потому что такие предложения к весне разлетаются быстрее всего. А все потому, что здесь есть наши с вами любимые цветы. Наша с вами любимая свобода, легкость материалов, никакого парникового эффекта и свобода движения. Абсолютно могу как угодно двигаться. Здесь, конечно, есть детали, которые отличают бренд от обычных производителей. Выбирайте прямо сейчас, и это целый комплект. Да, это две вещи. Это твинсет, как принято называть такие комплекты, то есть топ и кардиган. Вы получаете не единую цельную вещь, вы получаете две самостоятельные вещи. Посмотрите на цену, это действительно правда. Сегодня эксклюзив, сегодня день бренда Primavera на нашем телеканале. Новая весенняя коллекция и потрясающие совершенно предложения. Кардиган яркий, цветочный, насыщенный, такой асимметричный. И блуза, вернее базовый топ, но украшенный декоративными цветами. Давайте посмотрим, что это две вещи сразу мы с вами получаем. Вот они, вот так выглядит ваш костюм. Вы получите кардиган, уважаемый режиссер, покажите меня, пожалуйста, с двумя вещами. Кардиган и блузу вы получаете, вот они, две вещи, вот одна и вот вторая. И они отдельные, вы получаете вот такой комплект. Вы носите отдельно кардиган, если захотите, вы носите отдельно блузу, если захотите. То есть вы получаете абсолютно универсальный комплект в свой гардероб. Ну и вы получаете еще 4 цвета на выбор. Давайте с ними тоже знакомиться. Итак, у нас есть с вами вот такой голубой цвет, голубой с бежевыми цветами, достаточно сдержанный. На Арине, посмотрите, у нас сегодня зеленый с фуксией. Ксюша выбирает сегодня для себя цвет красный. А у нас есть с вами еще один вариант, это цвет бордо. Цвета сегодня, конечно, 4 на выбор, это здорово, потому что каждая женщина мечтает именно весной создать наиболее яркий образ. Мы можем себе это позволить, тем более приобретаем мы этот комплект не только на весну, но я думаю, что летом вы будете с удовольствием носить эти вещи. Итак, прямо сейчас на Татьяне синий цвет. И красный, давайте на посмотрим Ксюше, бордо. Зеленый на тебе, будем ориентироваться по цвету принта и цвет бордо у меня. Ориентируемся по цвету блузы. Вот это у нас с вами будет основной цвет, на который мы с вами обращаем внимание, по нему и выбираем. Давайте теперь выбирать еще и размеры. С размерами история такая. Выбираем с вами по объему топа, то есть по верхнему размеру, по объему груди. Но здесь как раз все просто. Смотрите, наш топ выполнен из вискозного трикотажа. Выглядит как шелк. Шикарный совершенно. На самом деле абсолютно эластичный, посмотрите, и мягкий. Идеально садится по фигуре. Поэтому берите четко свой российский размер. Я вам гарантирую, что этот топ подстроится под вас. Ну а за кардиган мы уже не переживаем. Здесь у нас с вами свободный асимметричный крой, и это значит, что такой кардиган тем более хорошо сядет на фигуру. Вот он, посмотрите. Кстати, выполнен, обратите внимание, из какого материала. Это ведь не шифон, хотя издалека выглядит именно так. Это сетчатый трикотаж. Материал более... Но если хотите носки, материал современный, выглядит как шифон, гладкий, вот такой вот легкий, но эластичный, то есть более, ну, если хотите, неприхотливый в носке. Ты знаешь, мне кажется, он даже тоньше выглядит, чем шифон, более воздушный. Это здорово, что этот комплект и с тем и другим можно носить. Да, комплект действительно роскошный. Давайте посмотрим еще раз на готовые образы. Просто обратите внимание на то, что блуза и кардиган вам обойдутся меньше 2000 рублей. Две вещи, не одна, это целое готовое решение. Это подарок от бренда Primavera, специально для нас с вами сегодня к дню бренда. Ну, вот, кстати, что хочу сказать, Арина, ты знаешь, каждая вещь сама по себе, она всегда необходима в нашем гардеробе, но, как правило, ее не находится. Да? У нас, как правило, блуз базовых не находится достаточное количество, чтобы под жакет надеть, под кардиган какой-то надеть. Да? И то же самое вот с такими кардиганами. Наверняка у вас есть открытые платья,
платье. Наверняка у вас есть какие-то топы открытые, на которые вам нечего надеть. Ну, кто-то хочет прикрыть руки, кто-то хочет создать более интересный образ. Сегодня и одна вещь, и другая в вашем гардеробе могут оказаться. Ну что ж, давай разбираться с тобой поподробнее. Давай начнем с блузы. Давай, тем более, что здесь есть на что посмотреть. Казалось бы, базовая, классическая блуза, топ, который мы очень часто для себя выбираем, но, посмотрите, украшенная ручными элементами. Бренд Primavera обладает вот такими потрясающими технологиями. Посмотрите, это лазерная резка, которая нам позволяет получить вот такой сложный декор, вот такие сложные цветочные комбинации, которые у нас с вами крепятся, посмотрите, клепками. То есть это не пришивные элементы, это элементы, которые крепятся здесь плотно. И что мы с вами получаем? Мы с вами получаем качество. Мы с вами получаем вот такой вот декор, совершенно потрясающий, и очевидно, что такая работа, да, стоит совершенно других денег, если мы отправимся с вами в любой магазин, но нам сегодня достается по такой невероятной цене. Здорово, да, вот любой бренд могли бы, я не знаю, разрисовать, сделать фотопринт, сделать просто какой-то принт или надпись. Бренд Primavera всегда идет дальше. Я не знаю, бренд Primavera — это один из моих любимых брендов. Посмотрите, какие чудеса, какая романтичная получается девушка в таком комплекте. Менее чем 1000 рублей вы платите за эту блузу, и менее 1000 рублей вы платите за этот потрясающий легкий воздушный кардиган. При этом получаете практичность, стройную фигуру и, конечно, весенний образ. Скажи мне, вот кардиган можно сочетать даже, наверное, с какими-то другими блузами, да, в гардеробе? Абсолютно легко, и с блузами, и с платьями можно его выбирать. Кстати, про платье. Наверняка у вас в гардеробе найдется платье, которое, ну, например, очень плотно сидит по фигуре, может быть, вы его для себя не выбираете, да, ровно потому, что, ну, где-то животик, где-то бока. Вот такой кардиган придет на помощь, потому что он позволит нам с вами замаскировать и бока, и живот, и пышность бедер, поскольку диагональные длинные вот такие вот скосы этого кардигана позволяют нам это сделать. Кстати, у меня есть в своем гардеробе пару таких платьев, знаете, которые уже стали мне так немного в обтяжку, да, и я их не осмеливаюсь носить одни. Но когда вы надеваете сверху вот такой легкий летящий кардиган, объема вам это не придает, но при этом настроение, конечно, повышается. И такая, знаете, уверенность в себе сразу появляется, уверенность в своем отражении, уверенность в своих силах. Вообще, вот ты говорила, что сегодня многослойность в моде, да, Лер? Да, многослойность действительно в моде, и чтобы не добавлять себе объема, в качестве многослойных выбирайте для себя наряды легкие, такие, как наш комплект сегодня. Вы получаете универсальные две вещи в свой гардероб, вы получаете комфорт, возможность ухаживать за комплектом в домашних условиях, стираем его в холодной воде, и огромное количество сочетаний.